Привет, ребята! Для дальнейшего обустройства моей мастерской мне понадобится приспособление, с помощью которого я смогу быстро и качественно изготавливать шиповые соединения на заготовках. В интернете существует великое множество шипорезных кареток, как для фрезера, так и для циркулярного станка. Есть сложные конструкции с тонкой и точной настройкой. Есть примитивные каретки с позиционированием на глазок. Я решил сделать для себя собственную конструкцию. Не самую простую, но и не сложную. Золотая серединка. Сразу хочу предупредить, что данная конструкция шипорезной каретки является лишь действующим макетом, прототипом. Поработав с ней какое-то время, я пойму, что необходимо изменить и улучшить в ее работе. После чего изготовлю уже нормальную, качественную шипорезную каретку для моего циркулярного станка. Для изготовления прототипа шипорезной каретки я использую подручный материал, бывший в употреблении. Это фанера толщиной 10 мм и фанерный брусок от старой торцовочной каретки. Сама работа проста и не нуждается в комментариях, поэтому смотрите просто под музычку. Повторяемость размера деталей при работе на моей новой торцовочной каретке не может не радовать, сильно экономит время работы. Мне задавали много вопросов по поводу точности пиления на новой каретке. Вот такая точность по четырем углам квадратной детали наблюдается. А для скептиков повторю на просвет. Схождение углов 100%.
Моя шипорезная каретка позволяет запиливать шипы и проушины с одинаковым результатом для всех деталей большого проекта, который мне предстоит реализовать. При этом шиповые соединения можно запиливать не только под углом 90 градусов, но также и под углом 45 градусов. В базовой версии я планирую сделать возможность запиливать шипы под любым углом. Большое спасибо за просмотр. Всего вам доброго и до новых встреч!